Актамском районе в основном проживают татары, 98% татары. Но есть и марийский населенный пункт, и русские, и жители других национальностей. Всегда мы жили очень дружно. Никаких у нас радикально настроенных мусульманов нет и не проживает. Но тот факт нас насторожил. Это мы считаем хулиганство. По этому факту возбуждено уголовное дело. Органы работают. Я сам лично переговариваю с родителями. Их все требования будут выполнены.